На фоне войны о воздушном пиратстве Лукашенко можно было и позабыть, но такие преступления не остаются без ответа, пусть и их расследование занимает немало времени. А разбирательство продолжается, и на днях акт терроризма режима разбирали по крупицам в Совете Безопасности ООН, где осудили действия нелегитимной власти, а также признали задержание Протасевича и Сапеги незаконным. Представитель режима оправдывался и заявил, что представленный отчет – ложь, но факт остается фактом, преступление доказано. Что же будет дальше? То, что зараз отбывается у Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, это черговый крок, черговая отзнака заслуг режима Лукашенко. Еще одна международная плюсовка зафиксует факт порушения международных норм и здійснення криминального злочинства с боку как представников особных конкретных службовых особ режима Лукашенко, так и в принципе всей системы УЦ. По выниках всех этих процедур мы чекаем полную резолюцию, у якой, конечно же, будем вельми уважливо учитываться у конкретные формулировки, как далее выкористовывать их для того, как настоивать перед партнерами на узбуджение криминальных справ, на притягнение до отказности, на тем, как признавать режим Лукашенко, ти КДБ, ти некие иншие держорганизации, якія были дотычны до этой примусовой посадки самолета, вызнавать их у якости террористичных организаций. Потому что бачим мы, что партнеры чекают вот этого накопления некой додатковой информации, спочатку технического заключения от ИКАО, теперь уже решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ну, Соединенные Штаты Америки не стали этого чекать, им было достаточно неких сведений и подстав для того, чтобы возбудить криминальную справу. Мы находимся у махчимым контакте с органами США для того, чтобы подказывать им, скажем так, пропоновывать некие додатковые сведения, информацию на этот конт, коли она им спотребится. От инших партнеров чекаем, ну, нарешті больше смелости и инициативности, потому что мы бачим, что не реагирование на те репрессии, которые злаживает режим Лукашенко в дочинении громадян Беларуси, и они перерастают потом у террористичные акты у выгляде захопу самолета, ці використання мигрантов у якості фактично зброї и гандлю людьми, а потом во вступлении у агресивную войну с боку России в дочинении до Украины. Тому, ну, повинны зрозуметь нарешті демократичные країни, что треба визнавать все ж таки режим Лукашенко, ці особные найбольш себе проявившие державные органы и организации у якості террористичных. Гэта, ну, самый чаканый наступный крок после того, як будуть, ну, уже усе зроблены заявы, усе признания у дочинении до того, что посадка Ран-Эра не была накірована на забеспечение безопасности этого рейса, а была придумана у голове спецслужбы в Беларуси и наумысно накирована на то, как скрасти фактично двух особ, Протасевича и Сапеги, громадян разных стран. Представники ИКАО у своей справоздачи зафиксовали, что режим Лукашенко специально, штучно створил эту информацию про небыто выбуховку на борту Ран-Эра для того, как выкористать его посадку в своих интересах. Зараз Организация Объединенных Наций фактично подтверждает эти выводы, когда осуждает деяния режима Лукашенко. Коли б гэта было судовое поседжанне, мы б могли казать про то, что вина цалком доказаная и повинны наступить присуд и проведение его в выконание. На жаль, для международных отношений не дзейнічае у даденном выпадку такая процедура, але гэтых фактов
у совокупности их достаточно для того, как любая країна света, якая полічить максимум и необходимых по своих внутренних процедурах, признала режим Лукашенко або особные организации террористичными. Для этого не потребуется судебное поседжение, для этого не потребуется выклик свідків, запит некой информации от нібито официальных представников белорусской державы. Для этого достаточно по своих внутренних процедурах, которые у каждой країні отрозниваются, оценить совокупность той информации, которая собрана на сегодняшний день, и принять решение, что для этой країни деяні сучасної Республіки Білорусь, якая знаходиться під владою Лукашенки, створюють терористичну небезпеку. Ну і на цьому все. Далі на це орієнтуються всі інші країни і різні міжнародні організації – фінансові, економічні, господарчі, юридичні. Вони всі проламляють свої взаємовідносини з офіційними владами Білорусі, які себе так називають, праз призму того, що кимсьці гэтай улады признані терористами. Ці пособниками терористів, ці як яще завгодно, але все, там гучить слово «терористична погроза», і гэта створює вельмі великі проблеми для того, каб комунікувати, для того, каб вирішати свої питання на міжнародній арені. Крім ось гэтай процедури признання терористичної організації, ці там держави терористам, у дочиненні до конкретних особ, чия вина визначена на сьогоднішній день уже у повному об'ємі, плюс інші, які будуть виявлені у ході слідства, приміняються процедури вже непосередньо кримінальної відказності на підставі законодавства кожної конкретної країни, де узбуджені такі кримінальні справи. Ми докладно відаємо, що це Польща, Литва, як мінімум, були громадяни на борту той же Франції, тих же Злучених Штатів Америки, і вони можуть розпочати свої кримінальні процеси, і там вони будуть імкнутися до притягнення до відказності конкретних службових особ з конкретними прозвищами і іменами, об'являти їх у міжнародний вишук і при любой можливості добиватися їх екстрадиції у країну для того, каб вести там уже очний судовий процес і притягувати їх до відказності. Ну, у даденому випадку, це, звісно ж, позбавлення волі і на 10-годзі, як мінімум, коли орієнтуватися на той процес, який розпочатий у Злучених Штатах Америки, наприклад. Санкции или суд? Как думаете, каким будет наказание для Лукашенко за это преступление? Напишите в комментариях. А также не забудьте поддержать наш канал лайками и репостами.